Здравствуйте, сейчас я вам продемонстрирую брюки женские, зима, Италия, цена за килограмм 613 рублей, упаковки 25 килограмм, 820 грамм, стоимость всей упаковки 15 828 рублей, количество единиц 64 штуки, стоимость за единицу 247 рублей. Значит, первое это теплые брюки, тут снизу резинка утепленная, вверх тоже резинка, размер у них М. Дальше точно такие же брюки, размер тоже М. Еще есть точно такие же черные брюки размером S. И еще одни такие же черные брюки размером S. Дальше у нас идут вельветовые шорты женские 38 размера. Брюки, они, знаете, как полулеггинсы идут в обтяжечку. Размер у них, скорее всего, S. Бриджи из плотной ткани 38 размера. Бриджи женские. Размер у них указан 40. Вельветовые штанишки женские размером 36-34. Повторяются брючки коричневые женские, те были размером М, эти тоже размером М. Их три штучки коричневых, пока двое черных. Но это больше домашние брючки. Вот такие вот цветочные, зауженные к низу. Размер XS. Желтые брючки на резиночке, размер не указан, но, скорее всего, 40-й, может быть, 42-й. Белые джинсы, зауженные к низу, женские, размер у них 42-44. Желтые брючки женские, размер 46-й. Белые брюки, они скорее всего указаны, тут джинса, ну какая-то вот такая бархатистая, а размер не указан, может быть 44-46. Здесь у нас размер S, брючки M, вот здесь вот ткань похожа на бархат. Брючки размером 36-38. Вот эти брюки ткань похожи на льняную. Размер не указан, но визуально может быть в районе 42-44. Тоже похоже что-то на вельвет или на бархат. Размер у них указан 36. Белые джинсы. Размер L44. Брючки тоже вот эти вот похожи на льняные. Размер у них не указан, визуально 46. Здесь у нас у брючек размер указан 40. Дальше идут брючки на резиночке, размер М. Брючки ближе к офисному варианту, размер 10R. Тоже большой офисный вариант, размер 42. Джинсы женские. 38 размера. Леопардовые леггинсы. Скорее всего, SM. Черные джинсы 42-44. Черные леггинсы. Скорее всего, тоже 42-44. Брючки больше похожи на домашние. Размер 40.
даже не 40, размер указан 50-52. Ну, я бы носила их на 46 свободными. Здесь у нас джинсики размер XL-30. Джинсы женские. Не указан размер, но визуально до 44-го. Здесь у нас спортивные леггинсы. Тоже размер не указан, может быть в районе 44-го. Если хорошо тянутся, то и 46-й. Леггинсы, скорее всего, тоже 44-го размера. Джинсы женские, тут прямые. Размер 30. Леггинсы под кожу, размер XS, брючки ближе к офисному варианту, к низу легкий клеш, размер 44, вельветовые брючки идут прямые, размер 12, джинсы с отделкой пояса под стразы, размер не указан, скорее всего 40-42. Здесь у нас джинсы завышенной талии, идут рваный размер не указан, но, скорее всего, тоже 40-42. Тоже молодежный вариант джинс, заложены к низу, все украшены стразами. А, вижу сразу, что порядка 50 стразиков не хватает, но это очень легко подклеить, размер у них указан 48. Это, видимо, не наш, визуально они до 44. Джинсы заложенные к низу. Размер не указан, визуально 42. Вельветовые джинсы идут с этикеточкой, размер указан L. Так, здесь у нас брючки вверх, знаете, как галифе, к низу слегка зауженный, размер не больше 46. Джинсики размером 43, брючки на резинке, снизу по штанинам также сделана резиночка. Размер не указан, может быть 44-46. Цветочные брючки леггинсы. Ну, больше похоже на подростковый вариант до 152 ростовки. Светлые женские джинсы 32L31, черные джинсы с молниями снизу 26 размера, светло-серые джинсы, размер не указан, но, скорее всего, тоже 26, не такие же, как предыдущие, рваные джинсы. Размер указан L. Так, это у нас идет комбинезончик. Вот таких вот резиновых лямках. Размер его указан L. Черные джинсы. Вот эти вот сразу видно большого размера. Указан 54-56. Леггинсы под кожу XS размер. Вельветовые бордовые штанишки 29-го. Теплые леггинсы с начесиком, украшены стразами. Размер не вижу, но они не очень большие, может быть 42-44. Здесь у нас размер S. Черные джинсы к низу, легкий клеш, размер у них. Решили, что не надо указывать, возможно, 42-44. Похоже на велюр, ткань, брючки, леггинсы, размер M.
Ой, простите, брючки леггинсы LXL. Джинсы прямые 38 размера. Джинсы зауженные к низу размер 12. И последние темно-синие джинсы. Посмотрим размер у них. Указан, ну, непонятно, 45-02. Нет, визуально они до 46-го. И у них вот такие вот задние карманы декоративные. А сейчас вам будут продемонстрированы брюки женские, зима, Италия. Цена за килограмм 613 рублей, в упаковке 25 килограмм 820 грамм. Стоимость всей упаковки 15 828 рублей, количество единиц 64 штуки, стоимость одной единицы 247 рублей. На этом все, спасибо за внимание, до свидания.